Игорь, лучший результат по стрельбе, насколько слышали, поделись, как это было? Да, отлично было, в принципе. Просто стреляю много дома, много оружия, на даче стреляю, по соседям, поэтому хорошо получается. В целом, как все проходит, скажи честно, трудно, не трудно? Да просто позитивно проходит, хорошее настроение, да в принципе не трудно. Первый раз, в принципе, ГТО сдаю. На самом деле прикольно. Сейчас посмотрим, что как другие сдадим тесты. Мне нравится прыжок в длину. А за кого болеешь? За Максима Финогена и за Шестрогового. Просветы справа, слева одинаковые. Пинковая мушка не завалена ни вниз и ни выше. В горизонтали вместе с планкой находится. Понятно? Вот это самое главное. Артем, я смотрю, вы разбились по группам. Скажи, пожалуйста, почему в твоей группе ты хуже всех отжался? Я просто не до конца выпрямлял руки, поэтому чуть устал. Поэтому так получилось. То есть не засчитывали мне разы. Нужно наверстать в других дисциплинах. Да, буду работать после тренировок, ходить в зал. А стрелять сейчас будешь лучше всех? Не знаю, посмотрим. Что-то объясняли, что-то тяжело там с этими, с прицелом. Очень интересно, потому что мы не часто видим этих хоккеистов. И очень было бы интересно посмотреть еще больше таких мероприятий в Подольске. А кто-нибудь удивил тебя, нет? Меня удивил Максим Финогенов. Ну, он очень быстро прибежал, довольно-таки 30 метров. Как проходит все? Да, вроде все хорошо, весело. Болельщиков много пришли. Вот, спасибо им большое за поддержку. Как бы все нормально, работаем. Не так часто доводится увидеть команду и тем более пообщаться. Интересно посмотреть, как ребята сдадут нормы. Как смогли в будний день вырваться сюда? Отпросились. Ну, отпросились, пришли. Мы приехали из Москвы специально, чтобы посмотреть на ребят. Наверное, за кого-то персонально болеет? Ну, да. Семь-одна, семь-две. Первый Головков. И Семенов второй, семь-две. Валерий Игнатьевич, вижу, в хорошем настроении, значит, мероприятие прошло удачно? Ну, мне кажется, что все хорошо, ребята серьезно подошли, было достаточно зрителей,
И вообще все прошло так, в такой непринужденной обстановке. В то же время я подчеркну, что ребята к этому отнеслись очень серьезно.